В середине февраля церковь вспоминает мученицу Агафью Панормскую. Святую особо почитают в Казахстане. В Алма-Ате состоялись торжества в честь небесной заступницы от землетрясений и стихийных бедствий. Божественная литургия в честь святой мученицы Агафьи Панормской Сицилийской была отслужена в Софийском соборе Иверско-Серафимовского монастыря в Алматы. Богослужение возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в сослужении архиереев митрополии и духовенства Алматинской епархии. Мученица Агафья имеет особую благодать – спасать призывающих ее святое имя в молитвах от землетрясений, пожаров, извержений вулканов. Однажды на Сицилии началось извержение вулкана Этна. Жители острова взяли одежду с гробницы святой Агафьи и держали ее против огня. Извержение прекратилось. Это и послужило основанием для веры в помощь святой мученицы против бедствий. Алматы находится в сейсмологической зоне и периодически подвергается подземным толчкам. Так, в январе этого года горожане почувствовали значительные колебания земной коры. Оттого и молитвы о помощи от землетрясений усерднее. На богослужении в храме находился ковчег с частицей святых мощей мученицы Агафьи. Святыня по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла была подарена Казахстанскому митрополитчему округу Международным благотворительным христианским фондом «Триумф сердца». Ковчег с мощами постоянно хранится в Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского монастыря. Каждый верующий может приложиться к великой святыне с просьбой о помощи. Сегодня такой день, посвященный Агафье Панормской, и она защитница от землетрясений, поэтому мы молимся все, чтобы наша страна была защищена от всяких невзгод, несчастья, землетрясений. Поэтому мы пришли помолиться в этот день. Я думаю, молиться нам следует и нужно, и важно, потому что она, как хранительница, как святая, оберегает нас от различных напастей, от стихийных бедствий. Вера в нее для всех нас, она сплощает людей, она помогает нам быть тверже, быть сильнее. В завершении божественной литургии состоялось славление мученицы Агафьи с просьбой о защите Алматы и всего Казахстана от землетрясений, пожаров и других стихийных бедствий. Пусть же ее святым предстательством Господь хранит град наш, Господь хранит каждого из нас от греха, от всего того, что противно святому Евангелию, заповедям Христовым. Помните, дорогие мои, всякая минута нашей жизни очень важна и значима на житейском пути. Никто из нас не ведает, когда Господь призовет его к себе, чтобы дать ответ. И чтобы эта встреча была радостной, нужно прожить жизнь достойно высокого звания православного человека.